пожалуйста, поздоровайтесь и расскажите, откуда вы слушаете. Вика, а, Вероника, чика-чика-чика-чика, ты спелая клубника, чика-чика-чика-чика, и без тебя мне ника, чика-чика-чика-чика. Давайте возьмем минутку и поблагодарим этого человека за то, что он дает нам лучше спать. Кажем минутку и поблагодарим этого человека. Сейчас почти 90 градусов по Фаренгейту, и у меня нет кондиционера, поэтому я пытаюсь расслабиться и представить, что... Я не могу перестать думать об этой сцене с широко закрытыми глазами. О, ты почему плачешь? Сейчас почти 90 градусов по Фаренгейту, и у меня нет кондиционера, поэтому я пытаюсь расслабиться и представить, что сижу прямо посреди снега. Лол. Поэтому я пытаюсь расслабиться и представить. Если я чешу в затылке, не беда. В голове моей обилки, да, да, да. Но хотя там... Честно говоря, это рай для меня. Отличный звук. Я люблю снег. Жаль, что в Бразилии нет снега. Это вы про медвежонка, что ли? Енот. Привет, путешественник, это безопасное место, где можно расслабиться. Присаживайтесь, если хотите, и закройте глаза, я вижу, вам нужно немного отдохнуть. 3, 4. Ша-ша-ша. 3, 4. 3, 4. Вероника, чика-чика-чика-чика, ты спелая клубника, чика-чика-чика-чика, и без тебя мне ника, чика-чика-чика-чика, моя любовь верника, чика-чика-чика-чика, верни-верни, Вероника, чика-чика-чика-чика, ты спелая клубника, чика-чика-чика-чика, и без тебя мне ника. Простите, пожалуйста. Так, начнем сначала. 3, 4. Yeah.